Иоганн Батист Штраус или Иоганн Штраус отец. Родился 14 марта 1804 года в пригороде Вены. В городке Леопольдштадт, в этом доме, где сейчас располагается музей Штраусов. В семье владельца гостиницы Франца Боргиаза Штрауса и Барбары Дольман. Его дед Иоганн Михаэль Штраус, еврей по национальности, принял католицизм. В 1838 году началось триумфальное шествие музыки Иоганна Штрауса по Европе. Он был первым, кто дал миру танцевальную музыку, ибо до Штрауса как искусство ее не считали. Критики его называли Моцартом вальсов. Родоначальник музыкальной династии Штраусов создал 251 музыкальное творение, из них 152 вальса. Кстати, мелодию одного из них вы слышите сейчас. Каждый год в Европе проходит знаменитый Штраус-фестиваль, посвященный творчеству Штраусов. Европа наслаждается музыкой великих евреев Штраусов. Самым знаменитым его сочинением является «Марш Радецкого», который исполняется и до сего времени. Еще более талантливым, нежели его отец, оказался младший сын Иоганна Штрауса, тоже Иоганн. Он родился 25 октября 1825 года в Вене. Он учился играть на скрипке, причем тайком от отца, ибо отец хотел, чтобы он не был музыкантом, а видел его банкиром. И тем не менее, с помощью своей матери Иоганн младший стал воистину королем вальса. Всего он написал 500 сочинений. Среди них 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили. Маршей, 31 мазурка, 75 оперет, 75 опера и балет. Его вальсы настолько стали популярными, что без них трудно сегодня себе представить музыкальную культуру мира.
Широкую известность получил его вальс «Голубой Дунай». Ставший неофициальным гимном Австрии. Его родные братья Йозеф и Эдуард тоже стали известными композиторами. Следующий композитор — Феликс Мендельсон. Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бертольди родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге в еврейской семье банкира Авраама Мендельсона. Его дедом был знаменитый еврейский философ Мойзес Мендельсон, основатель движения «Аскала» еврейского просвещения. Вы слышите увертюру Мендельсона к пьесе «Сон в летнюю ночь». После рождения Феликса семья Мендельсонов перешла в христианство и приняла лютеранство и получила вторую фамилию Бертольди. И в 1811 году Мендельсоны переехали в Берлин. Юный Феликс рос в богатой творческой атмосфере. В доме часто бывали выдающиеся люди, в частности, знаменитый философ Фридрих Гегель и видный музыкальный педагог Карл Цельгер, который обратил внимание на музыкальные способности Феликса и стал давать ему уроки теории музыки. Репутация Мендельсона-композитора в среде музыкантов, современников была весьма велика. Роберт Шуман назвал его Моцартом 19-го столетия. Он автор многочисленных выдающихся музыкальных произведений. Свадебный марш Мендельсона сделал бессмертным его имя. На сегодняшний день, как правило, ни одно бракосочетание не обходится без звучания мелодии знаменитого композитора. В 1843 году Феликс Мендельсон написал увертюру для постановки пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». По сюжету пьесы там происходит свадьба, и для этой сцены Мендельсон написал свой свадебный марш. Господа, перед вами Джордж Гершвин.
Джордж Гершвин родился 26 сентября 1896 года в Бруклинском районе города Нью-Йорка в семье еврейских иммигрантов из Одессы. При рождении получил имя Яков. Наиболее точную характеристику творчеству Гершвина дал выдающийся американский музыковед Арнольд Шенберг. Он писал: «Джордж Гершвин был одним из редких музыкантов, для которых музыка была воздухом, которым он дышал, пищей, которая его насыщала, напитком, который освежал. Музыка была тем, что он чувствовал, чувством, которое его наполняло. Первозданность такого рода дана только великим, и без сомнения он был великим композитором. То, что он совершил, это вклад не только в американскую музыку, но и в музыку всего мира». Знаменитый основоположник оперетты. Моцарт Елисейских полей, так его называл Джоаккино Россини. Жан Оффенбах родился в немецком городе Кёльн 20 июня 1819 года в семье еврейского кантора Исаака Оберста. Отец Жака изменил фамилию в 1808 году на Оффенбах в честь своего родного города Оффенбаха на Майне. Сам Жан, влюбившись в дочь испанского офицера Эрминию, вступив с ней в брак, принял христианство, перешел в лютеранскую церковь. Наиболее известные музыкальные произведения Оффенбаха – это опереты «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», «Перекола», и опера «Сказки Гофмана». Одним из выдающихся его музыкальных произведений, прославивших композитора на весь мир, это его «Кан-кан» из опереты «Орфей в аду». В Париже, в знаменитом кабаре «Мулен Руж», можно увидеть, как это делают мастера актеры. Эту бессмертную оперу «Кармен» подарил миру величайший композитор Жорж Бизе. При рождении ему дали имена французских полководцев: Александр, Сезар, Леопольд, Бизе. Он родился 25 октября 1838 года в
Париже. В христианской семье, но предки композитора со стороны его матери были испанскими евреями. Композитор, которого пытались запретить нацисты в Германии из-за его еврейского происхождения, стал великой легендой Франции, подарившей миру знаменитую оперу «Кармен». Король оперетты Имре Эмерих Копштейн Кальман родился в еврейской семье в маленьком венгерском городке Шиопок 24 октября 1882 года. Самой популярной его опереттой до наших дней является написанная им почти 110 лет назад, а именно в 1915 году, «Королева Чардаша» или «Сильва». Он также автор популярнейших оперетт «Баядера», «Принцесса цирка». Снова туда, где море огней, снова туда, с тоскою моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелее, акробат. «Фиалка» Монмартра. Это фрагмент из моего фильма, который я посвятил несколько лет тому назад великому еврейскому композитору Шломо Секунда. Когда я слышу эту удивительную мелодию, мое сердце начинает учащенно биться. С этой чудесной еврейской песней я познакомился в своем раннем детстве. «Майн идиши мейделе», что означает «моя еврейская девочка». Мой папа пел эту песню маме, а потом я, следуя его примеру, пел своим любимым девочкам. Написал эту замечательную еврейскую песню
американский еврейский композитор академической, эстрадной, театральной и литургической музыки Шломо Секунда, при рождении Шлоймы Абрамович Секунда. Родился он 4 сентября 1894 года в Украине, в местечке Александрия. Когда Шломо исполнилось 13 лет, в 1907 году его семья вынуждена была бежать от жесточайших погромов, происходивших на Украине, в Соединенные Штаты Америки, и поселилась в Нью-Йорке. Именно здесь и расцвел его талант музыканта и композитора. В 1922 году он написал эту замечательную мелодию песни «Майн идише мейделе» на слова Аншеля Схора. И она стала шлягером буквально на следующий день. Вскоре русских музыкантов привлекла эта красивая мелодия, и они создали новую аранжировку. Она зазвучала уже не в стиле красивого танго, а в стиле зажигательной русско-цыганской танцевальной музыки. Москва золотоглавая. А вскоре Шломо пишет свою вторую очень знаменитую песню. Это всем известная песня «Бамир без тушей». Повторю, что ее мелодию написал, опять же, Шломо Секунда на слова Джекоба Джекобса, он же Яков Якубович, в 1932 году для мюзикла на идише. В переводе с идиш «Можно было бы жить, да не дают». Английское название было «I would if I could», «Если бы я мог». Мюзикл был поставлен в Нью-Йорке, в Бруклинском Роланд-театре. Песню исполнял известный актер, еврейский румынский певец Аарон Лебедев. На премьере зрители вызывали его на бис несколько раз. Послушаем. Эта песня звучит во всех ресторанах мира, на домашних застольях, под гитару и оркестр. Поются самые разные слова, но мелодия у них одна. Тексты на эту мелодию, по версии интернета, существуют на 80 языках мира. Но, к сожалению, авторы слов и музыки большинству неизвестны. В 1940 году родился основной и главный русский текстовой вариант. Он был написан учеником 9 класса 242-й Ленинградской школы Павлом Гандельманом, который впоследствии стал военным врачом, закончив военно-медицинскую академию в звании подполковника. Многие ее знают под названием
Кейптаунском порту. Вот как она звучит в исполнении Ларисы Доли. В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, Жанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулятся, вливаясь в улицы, и клёши новый день. Это ли ненаглядный пример того, как музыка еврейских композиторов влияет на музыкальную культуру народов мира? Камиль Сен-Санс родился 9 октября 1835 года в Париже. Сын еврейки и нееврея Камиль Сен-Санс – композитор, классик музыки 19-го столетия, пианист, дирижер и музыковед, создал ряд произведений на библейские сюжеты. Кроме того, он создал широко известную оперу «Самсон и Далила», оратории «Потоп и земля обетованная», псалмы для хора, выступал в синагогах. В нацистской Германии был запрещен из-за его еврейского происхождения. Вы слышите его сюиту «Карнавал животных, лебедь». Душевные строки о Оскаре Строке или танго со старой пластинки. Он сочинял упоительные мелодии, полные страсти и огня. Его называли королем танго, ловцом удачи. Во всяком случае, элегантный господин во фраке, манишки и бабочки производил впечатление человека, которому все дается легко. А мы часто танцевали под его потрясающие мелодии, нежно и страстно прижимая к себе свою партнершу или партнера, порой ничего не зная о человеке, который написал эти мелодии словно специально для нас двоих. Был и ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была ясней от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию и соловьиную мелодию. Твой профиль тонкий, голос звонкий, твои мечты
ну где же ты? Латвийский Динабург в Витебской губернии был переименован в Двинск, а за неделю до того, 6 января 1893 года, здесь, в семье Давида и Хавы Строк, родился сын Лейба, младший из восьмерых детей, будущий кумир публики. Он не подозревал, что его родной город и страна трижды сменят название, а сам он станет подданным трех государств. Что так сердце бьется часто, растревожено, и виновна в нем мелодия одна, ее звуки принимаю завороженно, звуки танго моей юности весны.